Я приветствую всех из Одессы. Сегодня 10 апреля 2024 года. Хотел бы сообщить официальную информацию относительно сегодняшних ракетных ударов по Одессе. Значит, сообщают о том, что утром был нанесен удар по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры. Также поврежден энергетический объект, вот частный дом, несколько автомобилей. Известно о двух пострадавших работников транспортного предприятия. Укрзалезница сообщает о том, что пострадали работники Укрзалезницы. Вот. И, значит, очередной ракетный удар, то есть был у нас на рассвете, там где-то в районе 6 часов утра был нанесен удар. И чуть позже также был удар нанесен по тому же самому объекту, вроде бы как, по заявлениям, которые известны. Атаковали нас неоднократно. И ночью шахедами, и на рассвете баллистикой с Крыма. И попозже туда уже часам к 10, в 10.10 объявили воздушную тревогу. Смотрите, дом 1900 года. Получается, сколько ему? 124 года этому домику. Прикольно, правда? Видите, он 1900 год. Да, мы с вами в историческом месте Одессы, Молдаванка. Историческая Молдаванка. Вот. Красивое место, конечно. Вот. Нет, ну я бы не хотел здесь жить. Вот. Но погулять мне здесь нравится. Посмотреть на эти домики старенькие. Красота. Вот. И получается, пустили две ракеты. Потом через время еще два взрыва было сильных. Ну, прилеты есть. Сообщали даже о сбитиях каких-то. Ну, я не знаю. Касательно сбитий, касательно прилетов, точно утверждать не могу. Один взрыв прям был очень сильный. Вот. Ночью слышно было отдаленные взрывы. Чуть попозже, вот эти в 10 утра, с утра было слышно взрывы. А последний был прям такой громкий, что просто капец. Так что такие дела. Ладно, подписывайтесь на канал. Всем хорошего дня. До встречи, пока.